Рэйч, ты нас убиваешь. Может, начнешь раздавать десерт? Нас ждут пьяные танцовщицы. Посмотрите, красиво, правда? Да, да, что это? Это трюфель. Он такой многослойный. Сначала идет виноград, затем джем, потом идет горчица, затем малина, виноград, говядина с соусом из горошка и лука, еще немного горчицы, в завершении бананы, а сверху, вот здесь сверху, будут сливки. А что было до бананов? Говядина? Мне тоже это показалось странным. А потом я подумала, у них ведь есть пирог из рубленого мяса. Это же десерт. У англичан странная кухня. В чем дело, Росс? В общем, день благодарения. Начались выходные, что скажешь? Да уж. И ты прекрасно выглядишь. Нет, нет, Росс, не делай этого. Чего? Я думаю, что мы вместе — это не самая лучшая идея. Что? Я знала, что это может произойти, Росс. Я знаю, что тебе в празднике бывает тяжело, а сейчас, наверное, тебе очень тяжело. Ты тоже одна? Нет, я живу с Фиби. А ты один, совсем один. Но наше время прошло. Прости. Ну, попытка не пытка. И вот еще. Ладно, если кому-то нужна помощь, когда будете притворяться, я проходил это на актерских курсах. Попробуйте погладить живот и сказать... Вот так вот, да. И улыбайтесь. Ясно? Да, я больше не буду платить за актерские курсы. Рэйчел, вот ты где. Давай раздавай десерт, он уже готов. Джо, не торопи меня. Знаешь что, ты не получишь десерта. Правда? Нет, я просто шучу. Конечно же, нет. Настало время трюфеля. Рэйчел, а это традиционный английский трюфель, да? Конечно. Ты его сделала с говядиной или яйцами? С говядиной. Ты же знаешь, я не ем мясо. О, нет. Ладно, Моника, ты первая попробуешь. Правда? Нет, подожди, ты только сливки взяла. Нужно захватить все слои. Хорошо. Ты уронила горошек. Ну? Вкусно. Правда? Настолько вкусно, что я чувствую себя эгоисткой, потому что ем одна. Думаю, всем нужно попробовать, в особенности Россу. Да, он так хорош, что я пойду и наслаждаться на балкон, чтобы наслаждаться видом. Пока я наслаждаюсь десертом. Мне нужно позвонить подруге и рассказать, насколько он хорош, из комнаты Моники. Я помогу тебе набирать. Пойду в ванную посмотреть в зеркало и буду есть десерт. Ладно, в чем дело? Десерт невкусный? Дай-ка попробую. Нет, 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 нет. Ничего, вкусно. Это можно съесть. Может, у Чендлера осталось? Похоже на подошву. Мне понравилось. Смеешься? А что плохого? Горчица? Хорошо, джем? Хорошо. Мясо? Отлично. Отлично.